что осталось от торгового центра, у нас называется центральным автовокзалом, и сейчас там транспортный коллапс. Заказывала за неделю маршрутку, и уже половина была занята. Маршрутку было почти нереально забронировать. Получилось так, что друг заблаговременно забронировал не одно место, а два, и в итоге получилось попасть. А так я уже за неделю до отъезда посмотрел, уже ни одного места не было на сегодня. Первое маршрутное такси, которым я постоянно пользуюсь, я сама минчанка, но родом из Могилева, и часто езжу в Могилев. Было занято, а вот вторая без проблем. Получается, нужно звонить за дня два. И если тебе нужно уехать пораньше, то можно уехать только стоя. Я вообще на Полоцке, там маршрутки не ходят, поэтому на сайте другом. Просто маршрутка-попутчик типа. Я на Витебск еду, на Витебск бесперебойно, в принципе. Я вот езжу в Витебск, и поезд три раза в день идет. То есть маршрутка – это самый оптимальный вариант. Я даже не знаю бы, как я добиралась. Наверное, бы заменила то же самое, это Блаблакар. Слуцк, возможно, доехать на попутке, что я и собираюсь делать. И планирую это делать и в дальнейшем. Я не могу стоять 4 часа в очереди, не зная, будут билеты в кассе или нет. Сегодня утром я забронировал билеты в 11 часов. Забронировано на 16:50. Ну, билеты нужно выкупить за полчаса до отправления. То есть я надеялся, приехав в 16:00, рассчитывал, что до 16:20, до времени, когда истекает броня, я успею эти билеты выкупить. Но это оказалось невозможно, потому что очередь в кассе занимает даже не один час. Я считаю, что альтернативы нет. Во-первых, это быстрее, чем автобус. Это комфортнее, чем автобус. Автобус ходит только с утра два раза. В нем холодно, в нем куча людей. И он стоит дороже маршрутки. И на нем ехать часа два-полтора. И в тот же Слоним к подруге, если ехать, то сейчас вообще никак не доедешь. Даже когда есть маршрутки, на БелЖД там же мест часто на поезда даже нет. Поэтому, я думаю, без маршруток бы вряд ли бы люди все смогли уехать. Ну, количество желающих очень большое, а количество мест маленькое. Ну, поезда не ходят же в каждую деревню, в каждый город. А если доезжать до крупнонаселенного пункта и потом идти еще 3 километра, как-то не очень. Если они это отменят, будет опять головная боль. И людям удобно, люди ездят, почему бы и нет.